Балаковский вокзал – конечная станция поезда, который привез десятиклассников 25-й школы домой. Здесь их встречают родные, а сами ребята мыслями еще в Череповце, где проходил большой фестиваль фосагроклассов, 10-й по счету. В течение 5 дней школьники из городов присутствия компании «Фосагро» учились работать в команде и осознанно подходить к выбору будущей профессии. Это самое запоминающееся, что был вообще в нашей старшей школе, да и вообще, в принципе, в школе. Фестиваль, в первую очередь, это знакомство с другими фосагроклассами, это профориентационные занятия с выпускниками, с педагогами из вузов, которые нам очень помогают в выборе будущей специальности и профессии. Педагоги, которые сопровождали фосагриков, рассказывают, что фестиваль для большинства ребят стал настоящим открытием. Десятиклассники пока делают первые шаги на пути к выбранной профессии, изучая математику, информатику, физику, химию. И именно на фестивале они почувствовали масштаб образовательного проекта компании. Очень многое у них было первый раз. Первый раз им приходилось там внутри перемешанных коллективов брать ответственность на себя и там представлять или даже руководить вот этим коллективом. Понимаете, это фестиваль, какое-то открытие самих себя, открытие людей вокруг. Я вспоминаю тот вечер, когда мы уезжали. Все участники фестиваля вышли нас провожать, там и салют, и слова благодарности, и дети все обнимались, целовались. И слезы, плакали. Да, и раскачивали автобус. Это так было на таком высоком эмоциональном подъеме. И сели, и даже некоторые дети говорили: «Светлана Владимировна, как же как дальше жить?» А дальше жить просто. Следуя по образовательной вертикали, школа, колледж, вуз, предприятие, школьники получают возможность стать частью семьи «Фосагро». И многие из них уже знают, кем придут работать на предприятии. Собираюсь подписывать контракт по «Фосагро». Пойду, скорее всего, учиться или в Ивановский технологический университет, или в Череповецкий на профессию химика-технолога. Проект «Фосагрошкола» начал работу в городах присутствия компании в 2013 году. За минувшие 10 лет в нем приняли участие 1200 школьников. После окончания школы ребята поступают в лучшие вузы страны, получая возможность трудоустройства на предприятие «Фосагро». Проект разрабатывался как раз-таки для того, чтобы воспитать трудовую элиту производственников, которые в дальнейшем придут в компанию. Ну и, конечно же, это приток молодых, амбициозных, активных, талантливых ребят, и этот проект подтверждает себя. У нас каждый год на предприятие приходит от 20 до 30 выпускников фосагроклассов. Мы их всех трудоустраиваем, и с помощью наших наставников они в дальнейшем развиваются. Создание кадрового резерва на основе образовательной стратегии – один из приоритетов «Фосагро». В 2019 году, после окончания вузов, на заводы компании стали приходить первые бывшие выпускники профильных классов. В Балаковском филиале АО «Апатит» сегодня трудится 23 человека, прошедших путь от фосагриков до квалифицированных специалистов.